Так, ну чего, вот этот человек для нас уже стал нашим другом и старым знакомым, и мы попросим его рассказать, продолжить рассказ про конструкцию обуви. И сегодня мы будем проходить что? Итальянские конструкции, точнее, которые больше всего, это конструкции, которые больше всего используются в Италии. Blake, Black Rapid и Norwegian. Конструкцию норвежскую, так называемую. Начнем с Blake. Blake — это довольно простая конструкция, в которой, О, давай повернем, наверное, да, чтобы было видно в лучше. Ага. которой сначала к затяжной стельке приклеивается подошва, и потом по затяжной стельке прострачивается подошва и пришивается. Вот у нас верх, опять обувь так же фас, как и на Гудьере. Эта конструкция дешевле, чем тот же Она Гудьер? дешевле, проще, и она позволяет делать обувь на очень тонкой подошве. То есть, если мы говорим про то, что обычно подошва у обуви Goodyear, она, ну, по-разному, наверное, сейчас не вспомню точную, точную высоту подошвы, я Ну, уже просто толстая подошва, забыл. В рама там общем, такая идея в бывает. том, что у Goodyear подошва толстая, Да. у Rapide подошва очень То тонкая. есть, если мы говорим про туфли для смокинга, например, или фрака, там, наверное, скорее вот будет Там, да, там Блейк. Blake или Blake Rapid. Если мы говорим про итальянскую обувь, то, скорее всего, на там, 90%, если итальянцы честные и не приклеили тебе подошву к Ну, обуви, итальянцы честные. итальянцы честные, Ха-ха-ха-ха. то, скорее всего, это Blake или Blake Rapid. Как можно отличить Blake? Как я говорил, нужно взять обувь, посмотреть внутрь. Если там полустелька лицевая, то вы увидите дальше внизу, в начале обуви носовой части, как по застей стельки идет стежок. Да. Это значит, что это либо Blake, либо Blake Rapid. По сути, разница между Blake и Blake Rapid заключается в том, что в Blake Rapid между затяжной стелькой и подошвой есть так называемый midsole. То Что это есть, такое? ну, это слой кожи, типа средняя подошва, хотя твоя нога ее даже не касается, потому что у тебя есть стелька лицевая. А это дополнительная Это, амортизация знаешь, или нет? кто-то говорит, что Blake Rapid — это типа Goodyear по-итальянски, потому что этот midsole выступает аналогом пробки. Хотя на самом деле все это полная фигня. Не заменяет пробки. Не заменяет пробку, ну, может быть, чуточку увеличивает срок службы, хотя не слышал позитивных отзывов про Blake Rapid. Опять же, это просто про Италию, потому что итальянцы любят делать аккуратную обувь с тонкой подошвой, чтобы все было минималистично, Элегантно массивно, там все да, дела. элегантно, и поэтому они используют Blake. Но это конструкция, которая заслуживает, короче, внимания джентльмена, который хочет себе правильную обувь. Она заслуживает внимания людей, которые любят итальянскую обувь и покупают ее. И нужно понимать, что такая подошва. Изначально итальянцы говорили о том, что она хорошо защищает от воды, хотя на самом деле это не так. И нужно понимать, что из минусов такую подошву довольно тяжело поменять. Практически невозможно, Но короче. представь себе, если ты сажаешь обувь на колодку, когда меняешь обувь на Гудиере, ты сажаешь обувь на колодку. Ты снял подметку, отодрал каблук предварительно, потом снял, вычистил, ну, снял рант и вышвырнул всю пробку, да, у тебя чистая заготовка. Да. Затяжная стелька, нет ранты, и ты видишь, как вот края верха Да. на гвоздях сидят. Да. Все, ты по новой пришил рант, новая пробка, новый геленок, приклеил подошву, прошил, поставил каблук, покрасил, завощил, все, отдал клиенту, человек счастлив. А здесь совершенно все по-другому. То есть, если нет машины, нужно шить вручную. То есть, нужно руку засунуть туда. Да. Для этого То нужно есть на очень... колодку не натянешь уже при таком варианте. Именно. Да. При том, что когда итальянцы делают, они ведь тоже делают это не на колодке. Они сначала делают затяжку, потом они Затяжку сначала они делают на приклеивают. колодке или нет? Конечно, на Да, колодке. сначала затяжку на колодке, потом снимают с колодки, Нет, пусть. потом они приклеивают подошву, после чего они снимают с колодки и прошивают, потому что по-другому это сделать нереально. А прошивают вручную или на машинке? На машинах или вручную, все зависит от того, какой объем мощности у производителя обуви и как он себя позиционирует. Слушай, а скажи, вот вручную это сделано или на машинке, это имеет значение или нет? Имеет значение в первую очередь затяжка. То есть ручная затяжка традиционно считается долговечнее, лучше и удобнее. Вшивать вручную рант
Кто-то говорит из обувщиков, что это намного лучше, потому что ты можешь проследить, его же вымачивают и высушивают, чтобы он приобрел правильную форму. Многие сторонники традиционного метода пошива и конструирования обуви говорят о том, что вручную собранный рант намного лучше, точнее вручную вшитый рант. Нужно понимать, опять же, что вшивать рант вручную, ну, это примерно день. На машинке это секунд 30. Ну, понятно. Да, но опять же, разница подходов. Просто, просто понять, когда человек вручную вшивает этот рант, он действительно может что-то изменить, что-то проследить, или это из разряда медитации, он просто будет думать о хорошем, и от этого пара станет лучше. Это очень важный и кропотливый процесс, который... То есть он нужен, как бы. Конечно, это действительно делается лучше, чем на машинке. Фундаментальная разница заключается в качестве определенных процессов, которые вручную делаются качественнее, просто потому что ты можешь... все сделать без спешки на глаз, потому что машина это просто некая большая там швейная машинка, ты подносишь к ней, да. И на 360 градусов или на 270 градусов повернул, все, рант готов. То есть, короче, это оправдано, потому что, знаешь, еще есть люди, которые, даже если это не оправдано, если это сделано вручную, он понимает, что он напряг своим там костюмом или обувью такое-то количество человек, столько-то человеку часов. И ему просто от этого становится приятно. То, что вот люди напрягались и горбатились, короче, на него. А здесь это действительно обосновано, то, что вручную лучше. Многие люди действительно, они понимают еще ценность ручной работы, но... Ты знаешь, забавно, но и 50 лет назад, и 70 лет назад говорили, что ручной труд – это умирающий труд. Хотя с возрастом практически, ну, многие люди, очень многие люди, приходят к тому, что они начинают просто понимать и ощущать разницу между ручным трудом и машинным трудом. То есть фабричный костюм, костюм, сшитый вручную, фабричная обувь, обувь, сшитая вручную. Хотя, наверное, вот здесь есть большая разница между костюмами и обувью, потому что там... обувь типа Crockett & Jones, Edward Green, там классическая английская, сшитая на машинах, на самом деле ничем не хуже обуви, сшитые вручную. Просто обувь, сшитая вручную, это привилегия клиента, заказывающего себе беспол. То есть индивидуальный пошив. Ну да. Там все делается вручную, просто из уважения к традиционным методам и к традиционному способу шитья обуви. Но обувь, которая сделана на машинах, опять же, это не громадный конвейер, там все делается... на машине, который управляет человек, точнее, который вручную подходит. Не машина, а автомат, короче. Как ручная коробка передач, да? Те же самые швеи, которые, у которых может пойти там косострочка или что-то еще, поэтому это всегда ответственность человека. Я не знаю, можно ли назвать какие-то позитивные примеры фабрик, которые шьют хорошие костюмы в массовом, ну, в более-менее массовых тиражах, наверное, это Китон или Исайя какая-нибудь. Не-не, есть свои преимущества, или... но преимущество в цене, то, что это дешевле, ну, то есть такой хороший среднячок, сделанный на машине, для человека, который не может себе позволить лучшее, да, ну, то же самое и обувь. Есть среднячок, который сделан на машине, готовую обувь, которую ты покупаешь, ну, в принципе, наверное, это и правильно, потому что, когда ты покупаешь готовую обувь, человек же не знает, когда ее шьет, особенность твоей ноги. То есть он, ему не нужно это делать вручную, там где-то что-то ослабить, где-то что-то подзатянуть. Он делает стандартную обувь. А стандартная обувь, наверное, на машине опять лучше. Опять же, есть разные стандарты качества. Ну да. Если мы говорим про то же самое Лок и Баркер, это из традиционных английских производителей, там одни из самых низких стандартов качества. Ну, да. А если мы говорим про Эдвард Грин и Джон Лоб, это одни из самых высоких стандартов качества. Но нужно понимать, что каждый человек, который работает на отдельной операции, он обучен только этой операции. То есть есть человек, который круто вшивает рант. Все, он целыми днями, год за годом круто вшивает в рант. Или выметывает петли, как у нас. Есть человек, который просто выметывает петли. Но он в этом лучший. Вот, то есть, что ему не дай, он вошьет отлично. Да, он это делает на машине, да, там, с неким риском для того, для своего здоровья, потому что если рука туда попадет, то здравствуй, у тебя будет обувь с чьей-то рукой. Но все равно, колодки, об этом мы поговорим попозже, как ты сказал, колодки их придумывает производитель. Он по каким-то своим аналитическим данным делает колодку, либо прямую, либо бананообразную, так называемая твистед колодка, и решает, на какой рынок, для какого рынка, точнее, какую обувь производить, потому что, например, многие британские производители работают вот чуть ли не на зарубежные рынки. Например, тот же самый Church's, который купила Prada, по-моему,
они очень много работают и производят на японский рынок. Угу. Понятно. Слушай, ну что, по технологии Blake и Blake Rapid мы тему раскрыли? Да, опять же, это стандартная, традиционная, можно сказать, присущая итальянцам технология, в которой к стельке приклеивается подошва, и потом прям по стельке подошва пришивается. Поэтому эту обувь можно назвать прошивной, а не клееной. Но нужно понимать, что срок годности у нее довольно лимитирован, точнее, срок износа подошвы он довольно короткий, угу. Не такой длинный, как у обуви на конструкции Goodyear. Плюс надо понимать, что если на Goodyear можно спокойно поменять подошву, то на Blake Rapid нужно постараться. То есть это получается дороже, возможно, дешевле купить новую пару, да? Опять же, все зависит от пары. Угу. То есть можно купить себе супер дорогую пару на Blake, просто нужно всегда иметь в виду, что не все делают замену подошвы на Blake. Мы, например, делаем ее. Понятно. Никому в этом мире доверять нельзя, себе нельзя. По Ниярду можно. Спасибо. Ребят, хорошая новость. Теперь салон моды Игоря Пронина и Пенни Ярд официально являются партнерами. То есть вы можете воспользоваться всеми услугами Пенни Ярда, принести свою обувь нам в салон. И это будет та же самая стоимость, это для этих меркантильных людей я говорю, это будет та же самая стоимость, если бы вы обратились напрямую в Penny Air. Да, вы можете спокойно оставить свою обувь в ателье, а мы, в свою очередь, позаботимся о ней в лучшем виде. Так что, Дмитрий, давай. Давай. Спасибо. На самом деле, не мы одни такие, есть ребята в Питере, которые делают то же самое, они большие молодцы, они стараются, но такие заказы поступают нечасто, потому что люди просто не знают, что обувь, сделанная по такой конструкции, называется Blake. В чем проблема, кстати говоря, современной, сегодня коммуникации между нами и клиентами? Многие говорят, что мы бы вам принесли, если бы знали там, о вас хотя бы год назад, потому что там собрали обувь в большом количестве и выкинули. Что люди не могут, не зная основ, не зная, какую обувь они покупают, они не могут тебе объяснить, что нужно сделать с обувью, или не могут объяснить тебе, какая именно обувь. Просто многие почему-то не доносят ее. Понятно. Чтобы ты им сказал, да, это можно. То есть для многих людей все. Там как что-то случилось, все, да-да. Вот для этого мы и записываем эти ролики. Да, понятно? Для этого мы записываем ролики, чтобы помогать вам разбираться в конструкциях и лучше потом общаться друг с другом, с нами или с кем-то еще, например, с продавцом обуви, который попытается вам что-нибудь плохое продать, а вы ему такая, я знаю, что это такое, не продаст вам. Дмитрий, ты хочешь продолжить в этом ролике рассказ про норвежский шов? Да, потому что, почему, не выключай, потому что норвежский шов, он также популярен в Италии очень, он супер популярен в Италии. Ну ладно, давай. Спасибо тебе. Рассказывай. Норвежский шов, он же в Италии называется норвегезе. Его особенность заключается в том, что здесь, идет такая белая плетеная косичка, как правило. Она идет либо на 270, либо на 360 градусов. Она бывает поддельной и приклеенной. Интересно, да? Да бывает так. Тебе не знать, наверняка же бывает просто эту косичку просто приклеить. Это была легкая форма сарказма, я знаю, что она бывает. Смотри. Норвежская конструкция, она, конечно, потяжелее, потому что здесь у нас целых два ранта, а именно, это верх, который вместо того, чтобы загнуть его под заготовку верха, его отпускают сюда и кладут как рант. Он наружу выходит. Да, выходит наружу, а сверху кладется еще рант. При том, что рант здесь, вот здесь как раз, пришивается этой косичкой, к верху обуви, а потом еще отдельно пришивается к подошве. Это, слушай, а косичка получается, потому что здесь два шва, да? Можно сделать то же самое без косички? Или это дать традиции, чтобы было видно, или что? Она бывает разная, там, бывает, она реально, как, знаешь, какая девичья коса из двух ниток, да? Я видел, да. Бывает из двух, бывает и из одной, которая просто вот такими... Они вот эти между собой швы как-то сплетаются или нет? Нет, они никак отдельно, не сплетаются, да. Эта конструкция была придумана как конструкция, которая полностью защищает от воды. Полностью. Потому что здесь все построено таким образом, что по замыслу изобретателя вода не попадет ни отсюда, ни отсюда. Вот оно в чем дело-то.
Понятно. Я просто хотел тебе задать вопрос. Такая сложная конструкция, она вообще нужна? Да. Это именно для воды еще, получается? Может, для моряков, что ли, нет? Нет. Существует еще штормовая конструкция, она похожа на эту. Идея в том, что обувь, в первую очередь, помимо того, что она должна быть удобной, долговечной, она должна еще все-таки каким-то образом защищать твои ноги, правильно? Да. И поэтому норвежская конструкция была придумана как идеальная для того времени конструкция обуви, позволяющая оставаться тебе сухим. Понял. Такие дела. Выйти сухим из воды. А есть водолазная конструкция? Это она, водолазная? Да? Понятно. Есть ласта? Ласта – это вообще это след, по-моему, шотландского. Серьезно? Да. Я не знал. Спасибо тебе. Пожалуйста. Вот. А в остальном она не сильно отличается от Гудьера, то есть здесь также есть слой пробки, также у нас затяжная и основная, и лицевая стелька, также подошва, которая прикрепляется, просто двойной стежок. Дай угадаю, сделали в Норвегии, придумали, нет? По-моему, да. Напишите в комментарии, если есть какие-то историки в мире моды. А когда вспомню, я свяжу память, обязательно тебе расскажу об этом. Хорошо. В комментариях к этому ролику, пожалуйста. О, окей, хорошо, сделаю. Так, все, ну, с конструкциями мы закончили. Надо понимать, что норвежская конструкция отличается тем, что между верхом обуви и подошвой, потому что многие люди не знают, что подошва – это еще и рант, да? Да, именно в норвежской конструкции. Нет, вообще, в принципе. Нужно понимать, что я подошва понял. На нормальной обуви, вот это называется ребро, а обувщики называют это урез. Угу. А в профессиональной англоязычной терминологии это называется sole edge. Угу. То есть ребро подошвы, да? Вот это ребро. Оно, как мы все видим, состоит из двух слоев. Если люди хотят, кстати говоря, определить, если там, в принципе, рант даже не настоящий, подошва сбоку, она состоит как бы из двух слоев, потому что рант обычно контрастный. То есть это ребро сбоку. Контрастный в смысле по цвету отличается? Да, да, может отличаться. Так вот, как отличить норвежскую конструкцию? Здесь идет из белых, как правило, ниток, вот такая вот косичка. Угу. Это значит, что это, скорее всего, норвежская конструкция. Такая косичка, знаете, над рантом. Как на капитанской кепке вот такая вот косичка была. Да, типа того. Верно. Спасибо тебе, Дмитрий, большое. Пожалуйста. Вот после таких роликов, мне кажется, вопросов остаться не должно. Но если есть вопросы, то в комментариях. Как показывает практика, там, наши друзья-блогеры время от времени делают с нами комментарии, какие-то материалы. Как показывает практика, чем подробнее ты начинаешь рассказывать, тем больше шквал вопросов ты обрушиваешь на себя, потому что люди начинают понимать, что ты в этой тематике довольно глубоко плаваешь, как говорят, угу. И начинают задавать тебе конкретные вопросы по их ситуации, тут начинается рубка, то есть у нас так много работы, а бывает так, что тебя забывают. Дмитрий, это тоже твоя работа, просветительская деятельность. Да. Это как Сократ сказал, чем я больше знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю. Да. Вот, да. И поэтому мы еще посвящаем очень много времени тому, чтобы разобрать там максимально все случаи отдельные, помочь нашим читателям с ответами на вопросы. Поэтому я не удивлюсь, надеюсь, что так получится, что нас завалит комментариями, и мы сможем снять еще парочку. Спасибо тебе большое за твою работу. Лайк тебе за это видео от Спасибо. Меня лично.